2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. А, Сумика. Угадала. И как тебе это удается? Туфли. А? Не носи каблуки, споткнешься. Ай, мама говорит то же самое. Да. А сколько тебе осталось работать? А, вроде как до конца месяца. А, до конца месяца? Еще 4 дня и все? Ну, это так, официально. Я буду помогать тебе до последнего, только тяжести поднимать не смогу. Ни в коем случае. Ты все успеваешь подготовить? Да когда же все успеть-то? Надо сдать дела, оформить кучу бумаг. Ужас. Кстати, директор на месте? А может, он внизу? Ой, начну, пожалуй, с самого сложного. А? Ты подружка Немо, да? Ага, меня зовут Ракка. Я новенькая, и Немо сказала, что я могу ей помогать. А я Сумика, библиотекарь. Добро пожаловать. Не знаю, правда, долго ли я буду тут работать. Но давай-ка вместе. Нет-нет, я сама. Ты одна не справишься. Ну же. Спасибо. Новенькая, значит, ты только появилась на свет? А ведь младенцем тебя никак не назовешь. Слушай, а что ты ощутила, когда родилась? Было страшно? Страшно? Нет. Хотя я точно не помню. Я видела сон, и мне казалось, будто меня кто-то оберегает. Спасибо вам огромное. И тебе спасибо за слова. Теперь мне, как родителю, будет проще. И ты эту тележку приволокла в одиночку? Нет, мне помогла госпожа по имени Сумика. А, Сумика мой начальник, то есть бывший начальник. Все эти тома до единого выменены у плащей. Никто не знает, какие книги завезут нам в следующий раз, поэтому их так сложно каталогизировать. У плащей? То есть все эти книги, они написаны за стенами города? И они все старые, так что, пожалуйста, будь поаккуратнее. Осталось всего 20 минут. Я понесу это все к переплетчику. Ты не займешься пока ярлыками. Немо! Ой. Ой, спасибо. Вы опять мне помогаете. Да что ты? Не за что. Это все-таки моя работа. А что это ты читала так увлеченно? Да так, просто книжка одна. Я очень хотела бы что-нибудь прочесть о мире за стенами города. Ах, как я тебя понимаю. В свое время я тоже повсюду искала такую книгу. А? И вы ее нашли? Не, не нашла. А, наверное, так и должно быть. Знаешь, я когда-то решила, что однажды уйду из города. А? Я хотела понять, как родился этот мир. Как родился мир? Возьми этот город со всеми улицами и зданиями. Он появился, потому что кто-то его построил, верно? Вот и с миром так же. Он может быть огромным и древним, но где-то у него все-таки есть начало. Я хотела его найти.
Но так и не смогла. А потом жизнь оказалась куда счастливее, чем эти грезы. Все-таки мечта потому и прекрасна, что она остается мечтой. Хотя я и сейчас иногда вспоминаю. Эх, жизнь – сложная штука. Что уже? И где Сумика пропадает, а? Прости меня. Да ладно, не извиняйся. Ты-то тут в первый раз. А вот Сумика, старший библиотекарь, ей надо бы... Надо бы. Надо бы подавать пример коллегам. Само собой. Я тут посижу. Иди. Дети ждут сказочницу. И злая колдунья превратилась в уродливую лягушку. А добрый молодец побежал по лестнице наверх, чтобы спасти детей, оставшихся в башне. Он бросил в землю косточку, которую ему дала старушка. Из косточки тут же выросла виноградная лоза, и по ней молодец вместе с детьми спустился на землю. Так зло исчезло из мира навсегда. Вот и все. Да ладно вам. Не смущайте. Но скажем спасибо нашей сказочнице. Спасибо! Слушай, как тут все переменилось. Раньше мне казалось, что сюда никто, кроме ученых, не ходит. Я знаю. Мы много что сделали, чтобы стало по-другому. Но мне пора. Побегу за покупками. Хикари, отведешь детей домой, ладно? Конечно. Ку мне поможет. А? Ку, побудешь пока учительницей? Учительницей? Ура! Спасибо. Пока. Ой, все тело затекло. И как это Рэки возится с малышней все дни напролет, не понимаю. А мне показалось, что ты просто обожаешь читать им сказки. Иногда да, а каждый день нет уж. Увольте. Собрание немножко затянулось. Все хорошо. Это ты меня прости. Я не умею работать. Ты на себя наговариваешь. Всего 4 дня. А? Я про Сумику. Хотела сделать ей подарок, но не успеваю. А что-то рукодельное? Секрет. Ну скажи, что это за подарок, и я тебе помогу. Ты ставишь меня в неловкое положение. Ладно, я тебе намекну. Рождение мира. А? Давным-давно в библиотеке была древняя книга с таким названием. Потом ее выбросили. Она почти вся раскрошилась, разобрать можно было только пару страниц в самом начале. Мы с Сумикой все пытались вообразить, что там было дальше. А, придумали? Ты просила, я намекнула. А? Надо в другую сторону. А, ее скутер заправили бензином. Это Рэки! Что ты тут делаешь, а? Хёко! Да ты крутой пацан! Ты что делаешь? Перестань курить, дура! Уезжай отсюда! Чёртов придурок! У меня разрешение от города. Я где хочу, там и езжу. Она тебя сделала. Эй, пойдем отсюда, пока не попали в заварушку. Ага. Заброшенная фабрика в Восточном районе.
Еще одно гнездо серокрылых. Там живут и мальчики, и девочки. Завидую я им. Значит, этот парень в кепке, он с заброшенной фабрики? Да. Чего только между ними не было. Между ним и Рекки? В те дни в старом доме жили только мы с Рекки и малыши. Рекки тогда была, никто не мог с ней поладить. А? Один раз мы поссорились так сильно, что Рекки от нас сбежала. Потом говорили, что она удрала с этим самым парнем. Удрала с парнем? Ничего себе, как здорово! Не вздумай поступать так же. В итоге им запретили не то, что приближаться друг к другу, но даже заходить в чужой район. Вот это да! Да. Мальчики и девочки вместе – это не такая плохая идея. Но эти фабричные парни мне не нравятся. Они такие грубияны. Меня словно две. Одна я наяву, другая я в воспоминаниях. Немо и остальные говорят, что вспомнить ничего нельзя. Но я уверена в том, что и родители, и родной город по-прежнему живут где-то в моем сердце. Интересно, исчезнет ли это чувство беспокойства, когда крылья наконец сроднятся с моим телом? Все серокрылые, даже крошка Ку, работают и живут своим трудом. Но на самом деле все поддерживают друг друга. Просто со стороны это незаметно. Так и должно быть. Но для меня, когда я родилась здесь, это стало открытием. Разве я заслужила такое счастье? С добрым утром! Помочь тебе? Да нет, пока нечем. А вот вечером... Тогда до вечера я займусь исследованиями. Интересно, на какую тему? Рождение мира. О. Любопытно, что она там читает? Секрет. Не будем ей мешать. Знаешь, когда ты начинала тут работать, ты была точно такая же. Такая же. В момент, когда мир родился, не было ничего, кроме черного тумана, что зовется пустотой. Потом появился Бог. Появившись, Бог сделал так, что пустота озарилась светом. Когда Бог сделал так, что пустота засияла, возникло солнце. Бесполезно. Дальше точно ничего не прочитать. Ну, тогда нам надо самим придумать, что было дальше. Смотреть, надо меня будить. Ты такая счастливая, когда дремлешь. Как твое исследование? Рождение мира – чудо из чудес. Знаешь, в разных книгах все написано по-разному, но все они немного похожи одна на другую. А разгадка? Нему. Но ведь нечестно выдавать всю разгадку за один намек. Делать нечего. Вот, смотри. Только не смейся. Какая красота! Ты сама ее сделала? Нет, я попросила нашего мастера-переплетчика. Он постарался на славу. Я открою, ладно? Смеяться не будешь? Конечно, нет!
А дальше? А дальше я пока не решила, каким будет конец. Если у тебя есть идея... Смеяться не будешь? Конечно, нет. Ты обещала, Немо! Рак, ну это же серьезная книга. Так и я серьезно. Я это придумала пару минут назад, когда глядела на тебя, пока ты спала. О, и тебе не стыдно? А? Так нельзя. Это же история великого существа. Но это твоя книга, Немо. И тот человек, кто ее читает, должен видеть перед собой тебя. Мне такое в голову бы не пришло. Нет, это неправильно. Мне все-таки нужны более изысканные идеи. Ну, пора работать. Как хорошо. Я так устала на работе. А Немо где? У нее работа не в проворот. А? Она пошла к мастеру в переплетную мастерскую. С Немо так здорово работать. Она знает буквально все обо всем. Да, так и есть. Никто не ругается, что она Соня, потому что она делает свое дело. Еще бы! Удивительно, правда? Держи. Спасибо. Счастливо тебе. Да, вот что. Прощайте. О, и тебе, паренек, не хворать. Держи. Пока. Ку. А? Рака? Что ты тут делаешь? Говорю пока. А кому? А? Ну. Я сказала, нельзя. Да ладно, я на секунду. Слезай. Доброе утро. Эй, а где Немо? Спит она. Вот как. А я-то думала, она превозмогла себя и встала рано. Просто она вчера до полуночи оставалась в библиотеке. До полуночи? Работала? Ну, у нее там свои дела, но очень важные, да. Очень. Да? Как бы там ни было, она явно будет дрыхнуть до последнего... Рака. Треугольник. Это должен быть треугольник. Ой. Какой ужас. Рака, я тогда без завтрака. Рэки. Прошу. Вот госпожа Сумика обрадуется. Да? Если ее хватит удар, то и по твоей вине тоже. А? Почему? Потому что ты мой соавтор. И твое имя, кстати, есть на обложке. Поздно возмущаться. Я и не думала. Ты уверена? Будь готова разделить ответственность. Немо, я очень-очень рада. Надеюсь, Сумика тоже будет довольна. Иначе и быть не может. Когда Бог сделал так, что пустота засияла, когда Бог взял в руку свой сияющий нимб и водрузил его высоко над собой, этот нимб стал солнцем. Бог воздел свой посох и разделил пустоту надвое, и стала одна часть небом, а вторая часть сушей. А там, где дрогнула рука Бога, родились горы и долины. И Бог сказал: «Я совершил ошибку, но вышло все равно неплохо». Бог украсил сушу рисунками, из которых родились трава и деревья, птицы и звери.
Затем вообразил Бог существ по своему образу и подобию. Но существа эти были так похожи на Бога, что он признал их ошибкой. Бог выкрасил их крылья в серый цвет, проделал в их нимбах дыры, нарек существ серокрылыми и спрятал их в своей голове. Поразмыслив немного, Бог создал людей, у которых не было ни крыльев, ни нимбов. Результат ему понравился. И довольный Бог, сам того не желая, задремал. Так серокрылые сумели, избегнув верной гибели, вырваться из головы Бога на свободу. Когда Бог проснулся, серокрылые уже парили в небесах. Тогда Бог благодушно решил не исправлять свою ошибку и оставил серокрылых и их крошечный мир как есть. Вот почему по сей день город Глини весомо парит там, где нет ни суши, ни моря.